нам показывают крыс, очень такой вот залипательный ролик с роботами а-ля в стиле оловянного солдатика. Вот, показывают плакат с надписью «Волк», вот, и «Башня в Часане». Это обзор игры будет, вот, «Красная шапка», вот, в стиле ассасина, который рассказывает свою трагичную историю, вот, как она отомстит а-ля «Волку», вот. Она будет искать этого главного злодея, чтобы отомстить. Такая вот переделанная история волка, а-ля в стиле этого волка среди нас. Так что сейчас будет загрузка в виде топора, да. И сейчас посмотрим, как, в принципе... Да, почему у меня игра так выдает именно в этом... А, нет, вроде сейчас нормально. Так, ну, нам надо смотреть дом. Что? У меня шинтер ржал. Она так много говорит. Вот, про это и про то. Так, подожди. Ну, там последняя вроде карта только осталась. Ну да. Если дверь открылась, значит осмотреть осталось, по-моему, только карту. Вот. Если вам игра понравится, то я буду ее проходить. Она такая вот необычный платформер. С красивыми, естественно, видами. Вот. Так что, надеюсь, вам игра понравится. Она вроде как такая вот неплохая, но необычная. Такой, я не помню, у меня... Почему двойной прыжок? А, вот, теперь двойной прыжок получается. У меня раньше двойной прыжок не получался, по сути. Вот. Так, это был кувырок, да? Так, то есть... Бег... Не ту кнопку нажал. Ладно, попробуем еще раз. Короче, суть в чем? Такой вот платформер, мы должны найти главного злодея. Ну и отхерачить его, конечно. И тут будут, в принципе, бои. Вот. Так, сюда или куда? Да. Вот, будут бои. Будут необычные эти, как сказать... моменты. Ну, в принципе, игра мне понравилась. То есть... Так, подожди, а как ты при... Так, подожди, а как ты приседать-то будешь? Это меню. Стоп. Как она теперь приседать будет? Подожди. Стоп. Подожди, я запутался, как она приседает. Подожди. То есть у меня теперь Q нету, да? Зашибись. Теперь я кнопками должен приседать, мать его, так. Ладно. В общем, в чем суть? Я покажу часть игры. Если она вам понравится, то в принципе мы продолжим ее играть, но она как типа короткая, вот. Короткая, но интересная. Я вот просто хочу вам показать всю систему. Вот, опять роботиков показывают. Она говорит, что в городе восстание роботов, но не терминаторов. Вот. Так что сейчас пробежим. Так, это сбросится, прыгнуть. Вот. Я видел, я, короче, как наткнулся на игру. Я, короче... Сколько времени прошло, мы говорим.
роботы танцуют, тыры-тыры-тыры-тыры. В общем, я сидел в социальной сети, смотрел разные прохождения, да. Я тоже человек, смотрю прохождения. Я, короче, как наталкиваюсь на игры, вот такие, типа, шапки-мушапки. Я сам просматриваю некоторых блогеров, ютуберов игровых, вот. И я посмотрел, что этот Куплинов проходил эту игру. Я решил узнать, что это за игра, и она, оказывается, у меня была. То есть, я не просто там, по сути, у меня была установка, я в нее не играл, вот. Я только решил попробовать, а почему бы мне в нее не поиграть? Вот. Так, сейчас загрузка пройдет. Так, что тут у нас? Ну вообще, локации на самом деле тут действительно бывают очень красивые. Вот, я утонул. Это было случайно, честное слово. Так, налега. Хлоп. Так, а тут, по-моему... Ну да, еще, по-моему, продвигаться вперед. Тик. Тут, правда, бывает, игра иногда притормаживает. Не, ну сейчас естественно, просто... Блин, было бы чем их отхерачить, я бы их отхерачил топором. Вот. И короче, я подумал, почему бы ее не поиграть. Она на движке Unreal. Вот, и что мне игра напомнила-то по сути? Точнее, кого напомнила? Я проходил братьев, и вот... Братьев подобная была... система прохождения, только ты там проходил не только один, но еще с братьями, вот. И эта игра мне очень сильно напомнила игру «Братья». Она вроде такая простенькая, как и шапка, вот. Но тут есть какая-то своя атмосфера музыки, переделанная атмосфера шапки вот этой красной, вот. То есть, ребят, вроде простенько. Коротко, но интересно, то есть игры тут немного, тут можно сказать первая часть истории, ну естественно проект походу заморозили, вот, ее по-моему даже убрали из России, ладно, это отдельный разговор, вот, но вот реально сами виды, роботы там шагают впереди вдалеке, она мне чем-то напомнила ту же Devil May Cry, тут местами... Ну, такой слэшерок. Ой. Ладно. Don't mind me, guys. Слэшерок. Слэшер. То есть тут... Такое мочилово начнется потом. То есть тут не только платформер, но и вот все намешано. Ой. Я думал, роботы на меня внимание обратили. Так. Вроде они не обратили, да? Вот. В принципе, я не знаю, что сказать, потому что одним прохождением тут, как сказать, не разберешься. Тут надо смотреть, видеть, какие погони. Но игра в среднем... Ой, я сам себя убил, да? Или нет? Подожди. А можно заново? Рестарт. И я не хотел себя убивать, правда. Это, наверное, вышло... интуитивно. Блин, надо было все-таки нажать другую кнопку. Просто, по-моему, кнопку прыжка надо нажать. Тут есть кнопка действия, а есть кнопка прыжка. Вот. Да, почему-то кнопка прыжка работает с кнопкой действия. Зашибись. Блин, ну да. Это довольно-таки странно. Просто тут я играю в имитацию как типа джойстика, а без джойстика я играть не хочу. Вот, неудобно. Так, ну надо, по-моему, мимо хаты пройти. Вот. Но тут есть два бесячих момента в игре, которые мне... Которые мне не понравились, вот.
Так, вот в этом моменте она найдет топор. Будем наблюдать очень классный эпичный ролик. Я, наверное, даже не буду выключать этот ролик. Она должна выловить этого. And my father's death as well. Свистульщика, или как он там себя называет, вот. Какого-то свистуна. Свистульщика, короче. Вот. И вот с этого момента мы всяким свистулям будем свистеть. Уничтожим эту грязную крысу. Вот. Теперь базовые моменты нам дают херачить, по-моему. Вот. Сейчас глянем, как будем их херачить. Раз. Два. Давайте, левый, правый. Вот, а теперь вот все начинается в стиле Devil May Cry. Кто еще? Сюда пошел. И ты, на. Вот. Собираем всякие плюшки. Красные фигнюшки, наверное. Вот, ну, знаете, что-то в игре есть. Вроде она как-то простенькая, но элементы вроде как... Сейчас. А, это она сейчас скажет, что пропала тут девушка. Вот. Про девочку, по-моему. А, ну да. Вот, и начинаются тут головоломочи. Вот такие, типа, простенькие головоломочи. Вот. Да, подожди. Я не заметил крыс. И когда я первый раз поиграл, ну что-то мне прям, как сказать, ну что-то прям в игре зашло. Мне понравилось в игре, что... Да, сдохни. Вот. Это мне многие интересные игры, в принципе, напомнило. Многие такие прикольные игрушки. Вот. Подожди, не добил крысу. Так, по-моему, нам тут ящики можно разбивать, в ящиках, по-моему, что-то может быть. Да, мы уберем эту, наверное, красную херотень. Вот. То есть, тут, по-моему, 8 уровней, ну, настолько игра запоминается. Так, ну что тут делать надо? Внизу кабель, да? Да, внизу, по-моему, у нас будет... кабель. Его надо крутануть. И мы там, по-моему... Да ё-моё, ну... Мы его крутанули, я надеюсь. Просто я хочу убедиться, крутанули мы ли его или нет. Так, бегать, по-моему, на эту кнопку. Вот это единственное, через препятствия, по-моему, нельзя перебегать. Это единственный, по-моему, минус. Ну чё, развернулась эта вода херотень. Так, я надеюсь, я не делаю какие-то лишние действия. Просто чтобы в ускоренном темпе вам показать вообще обзорчик. То есть, в общей сложности... Так, сейчас. Ждем. В общей сложности. У меня от игры, наверное, как сказать... Блин. Твою мать. Подожди-ка. Еще раз. Вот. Какие-то, ну, в смысле, в хорошем плане положительные эмоции. То есть, были бы не достижения, стоила бы она, ну, в принципе, как сказать, в Стиме, да, если бы ее не... Она дорого стоит. По-моему, в Стиме она стоит то ли 9 баксов. То есть, для... Ну, дорого.
time to show your face. Для именно для такой короткой игры дорого. То есть если бы она была там чуть длиннее, чуть прикольнее и бодрее, да, там, это я уже рифм говорю. Вот. Было бы прикольно, но так как 8 уровней, мне кажется, какие-то 8 уровней, но то, что короткое, могли бы цену сделать езду. Да. Я только заговорил о цене, и мне игра сказала, а хрен тебе. Я буду стоить дороже, и типа ничего ты не сможешь помешать. Вот. Но я не такой охуенный обзорщик, как все думают. Вот. Но просто я пытаюсь как бы, ну, честную оценку дать, то есть оценку свою. То есть, если бы игра была длиннее, но это же не какой-то там Devil May Cry или там Castlevania. Так, ждем. Так. Ну, получилось, да? Подожди, этот рычаг, да, этот рычаг надо крутить. И тут единственный косячный минус, это, блядь, камера. Ой. Ну да! Давайте же 10 тысяч лет загрузим. Так, мне второй раз придется, походу, крутить этот. Да, давай еще раз, пожалуйста. Потому что он... У меня шапка не допрыгивает куда нужно. Прикол, когда я с клавой играю, она допрыгивает. Ну что за... Что за тупая закономерность? Объясните мне, пожалуйста. У меня вот эта привычка вот и шо говорить. Это, блядь, насмотрелся, блядь, сериала про детектива, который постоянно так говорил, там кто-то актер знаменитый. Вот. И теперь вот эти слова, блин, паразиты. Так и это бесит просто. Надо, не знаю, какой-нибудь словарь учить русского языка, чтобы выражаться пояснее. Так, а сейчас будет и вот так слова паразит. Вообще много слов. Бляха-муха и бляха тоже, но я упал, это была причина. Вот когда что-то в играх не получается, ты говоришь слово «бляха». Или нет. Или да. Но теперь в этот раз вроде как... Почему она не зацепилась? Вопрос, почему? Вот тут косячность либо управления, либо косячность платформ... платформенности, вот. Вот как мне теперь спрыгнуть более безопасно? Я смогу спрыгнуть? Подожди. Да! Она не зацепляется! Вы понимаете? Она не зацепляется за платформу как нужно. Вопрос. Это косячность скрипта. Вот именно... скрипт виноват. Я вот не люблю эти платформеры. Единственное, в чем проблема любых платформеров, это что? Заскриптованность. Так, подожди-ка. Ну. Мало того, что она не цепляется, она еще ждет. Чего ты ждешь? Я ей даю команду прыгать, она прыгает. Но у нее нет команды «да, прыгай». Как мне спрыгнуть? Серьезно, мне надо удерживать? Капец. Ладно, ждем. Давай. Вот, в этот раз получилось. Наверное, с попыток 50-го, да? То есть теперь нам нужно крутануть какой-то винтик. Вот этот, да? Мы спокойненько с него, наверное, спрыгиваем. Someone should really send a plumber down here. Я не знаю, я, наверное... Твою мать! Я, наверное, выставлю игрульку. Вот. Но... Будут там неприятные моменты, которые меня будут, наверное, дико раздражать.
Там будет один очень жуткий момент с погоней. Я не знаю, если сохранение осталось, я, наверное, его скипну, потому что я так намучился с этой погоней. Я, по-моему, рады... Да, я чуть руки не убил себе просто. То есть, очень бесячие моменты в плане скриптовательности и управления тут, как сказать, имеются. Так, вода когда наберется? А, или не сейчас она наберется. Ладно. Давай, вверх нас подымай. Я хочу дойти до босса наверх. Босса молокососа. Просто вопрос. Я чуть не упал и не подрос, да. Вот босс, по-моему. Вот. Мы дошли до свистуна. Вот это свистун. Но до нас, по-моему, Trail S. И вот тут постоянно кнопку Trail S надо нажимать, чтобы... Так, нам надо крысу заманить, чтобы крыса ударилась об эту херню. Ну... Так, один раз она ударилась. Подождите, дай... Да твою мать, куда ты лезешь? Воу! Воу-воу-воу! Вот тут можно задохнуться подобной херней. И тут надо... Крутить винтель. Воу-воу-воу! Вот о чем я и говорил. И тут проблема в том, что контрольные точки... Они ужасно Чё за хер... Что это был за глюк? У меня игра просто куда-то провалилась. Вообще прикол. Дайте мне опять снова крысу уничтожить, а? Да-да-да, это очень прекрасно. Давайте как-нибудь крысу эту заманим. Завалим босса и на этом обзор... я что-то не понял. И на этом обзор закончим. Вот. Если нет, тогда хер с ним. Ага. Да твою мать! Какого хера ролик пошел? Воу! У меня опять эта херня чуть не расхерачила. И тут надо, короче, яд уничтожить. Ну, яд мы уничтожили. Ну, дальше. Да блин, как это долго. Вот эта херня вроде куда-то сбрасывается. И потом по новой нужно забегать на эту сраную платформу. Можно крысы так похерачить. Можешь так крысы похерачить, нет? Да, можно, по-моему. Для крысы такие прочные, а? Для скрипт, что ли? Я не пойму, крыса пули не дохнет. Вот, давай. Сейчас мы подразним крысу последний раз, ну... Да, мы победили. Та-дам! Вот. И вот теперь там она скажет о том, что этот похититель хренов урод. Он похитил каких-то маленьких девочек. Вот. Ну, этот свистун или кто. Вот. И мы должны, по сути... По сути, его поймать. Ну, поймать и дать ему пилюлей. Что он такой вот... В принципе, плохой и несчастный. Так, подожди, а вода сейчас заполнится? По-моему, да. Тут иногда очень продуманы эти, как... Ловушки. И нужно прям... Успевать. Стоп. Ага. То есть вот вода опускается. И я, короче, должен успеть нажать вот этот рычаг. Бляха-муха! Вот этот рычаг нажать. Добежать до сюда. Ну, давай. И зайти, по-моему, в лифт. Вот. Мы в лифт зайдем, и на этом мы, по-моему, до главного злодея дойдем. По-моему. Вот. Или, по-моему, мы лифт закончим. Да.